Наконец-то мы будем играть в Slime Rancher 2. Всем привет, тульки, ребятульки. Думали, я скажу привет, ребята. А сегодня Хэллоуин, сегодня можно все. Ну-ка. Я, если что, чуть-чуть приболел. Какая музыка. Слаймик гоняется за курицей. Как в былые времена. А я должен сейчас его догнать, по башке надавать этому слаймику и курицу забрать. Отдать какому-нибудь редкому горду, который питается только мясом. И наконец-то! Здрасте! После долгого дня на ранчо Беатрикс Лёбу наслаждалась закатом у Слаймового моря со стаканчиком холодного морковного сока. Вдруг к докам причалила лодка. Внутри не было ничего, кроме загадочного письма. Ну-ка! Новое приключение, Лёба! Я эту игру ждал только из-за сюжета. Плевать на слаймов, плевать на все. Сюжет. Ты изучила далекое-далекое запределье от пыльных берегов сухого рифа до дальних уголков опасной стеклянной пустыни. Но впереди еще множество неисследованных миров. Беатрикс Лёбу, тебя ждет радужный остров. О да! Если ты готова к новым приключениям, забирайся на борт. Офигеть! Это что получится, лодка? У-у-у, вот эта лодочка! Вау! Восторженная Беатрикс. Да-да, я прям изобразил. Залезла в лодку и там унесла ее за слаймовое... Я умею читать, слаймовое море. Наконец девушка разглядела вдалеке остров. Каких до сих пор не видела. Я тоже, поэтому и сказал. Не видела на далеком-далеком запределье. Горы, деревья и травы всех оттенков танцевали и двигались, будто во сне. Это и есть сон. Я наконец-то играю в Slime Rancher 2. Изучая окрестности, она наткнулась на заброшенную оранжерею с видом на весь остров. Интересно, что внутри она... Интересно то, что внутри она нашла все, что нужно хозяину ранчо для ухода для слаймами. Первых шагов на ферме и создание устройств. Да блин, я хочу уже начать. Ю-ху! Да! Так и началось новое приключение. Беатрикс затянула ботинки потуже, подготовила вакпак. Чего? Ну, типа наш рюкзак вакуумный ранец. Вакпак. Пак-пак-пак-пак-пак-пакман. И отправилась исследовать радужный остров и раскрывать его тайны. Давай. Хочу тайны. Разгадать прям. Сейчас разгадаю. Это я. Да, бурная реакция. Чего? А, вот-вот-вот-вот-вот. Все, мне дали подвигаться. Во. Мой комп сейчас не выдержит от этой графики. Какая же она? Добавили RTX добавили, в общем-то. Назад, налево, направо, попрыгай. Ага, сейчас мой компьютер освоится. Твой вакпак. Вакать. Серьезно, всасывать разные вещи и хранить их в вакуумном отсеке. Да-да-да, это мы и без вас знаем. Интересно, а какая у нас капсула? И коралловый оттенок, цвет радости. О да, как я давно этого не слышал. Слаймы путь к успеху, стреляй слаймами. Да-да-да-да-да-да. Это для новичков, да? Не для нас. Уже про. Посмотри. Блин, извиняюсь. Посмотрите, я слюной просто задохнулся. Ну-ка. Вы знаете, что это значит. Это все слаймы, которых мы уже изучили. А это все, которые в тени. Понимаете, да?
Понимаете, да? О, да! Как я мечтал! Как я давно мечтал об этом! Поиграть в новый Slime Rancher 2! Еще с момента выхода! Далекого! Так, сыпчик, здорово! Сыпчик, а обычный сыпчик! Такие крошечные и мягкие, что может показаться, будто у них внутри теперь. Да-д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 а. И тебя тоже, вот, в детский сад отправляем. К мальчишкам. Так, я пока на своей ферме не уберусь, не пойду исследовать. Это кто? А, это слаймик. Он круглый! Вот я когда... Воу. Он прям желейный. Правда, слайм? Вот я когда играл еще в первую часть, я так офигевал с того, что у, ну, у всяких разных других ютуберов, угу. Верну кнопку нажал. В общем, у разных других ютуберов были другие текстурки слайма. То есть у меня они всегда были полуовально-треугольными, вот так вот. Столик, может, чай попить? В честь Хэллоуина-то. Класс, 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 класс. Если у меня не включилась запись, я просто кого-то убью. Себя же. Кукарикун идет себя так, будто он король-курятник. Вау, смотрите. Еще, видите, отображается, сколько у меня чего. Интересно, максимум сколько? Вот что я хотел сказать. В самом начале еще. Новые территории. 250 у меня. Убежище. Прохладное, сырое, заросшее грибами расширение. Для оранжереи спасет от солнца как слаймов, так и хозяев. Нужно 1080. Ну, слушайте, неплохо, неплохо. Да как не... Да как неплохо. Офигенно, братан! Все просто. Лучше некуда. Погоди-ка, это ж моя ферма. Я курицу за две... А, нет. Кур-курица. Порода крепких куриц. Ху, которая вдвойне вкуснее своей родственницы из земли. Это мы уже читали. Я хочу что-нибудь нового. Смотрите, это правда мой домик. Вау, но только теперь он измененный какой-то. Какой-то такой странный. Вот, мой домик. Для активации дома. 6 часов до ночи, до утра. Вернуться. Вау, какая я красивая. Красивая, мадам. Ты моё мужом. Блин. Вот вечно я всю порчу, да, ребята? Тихо. Блин, живьем захавать. Это жестко. Это жесткий пацан. А где у нас курятник, собственно говоря? А, ну вот, как раз таки у нас 250, чтобы создать какой-нибудь курятник, да? Или загончик. Ты чё тут делаешь, оборванец? Слышь? Так, вот тут вот будет... Да, вот тут вот, в принципе, можно сделать курятник. И поместим туда кукарикуна одного. Ну-ка, сад, курятник. Да-да-да-да-да. Вот теперь можем. Как раз таки для курятника это... Не-не-не-не-не, иди сюда. Сбежать от меня надумал. В общем, сейчас мы отправимся на приключение. Я надеюсь, запись у меня есть. Так. Опасно, но я на всякий случай проверю. Да, у меня идет запись. Фух, как хорошо. Блин, интересно, как... Вот выход. С моей оранжереей. Какое тут все красиво. Радужные поля. Меняет цвета будто во сне. И так же быстро исчез. В смысле, блин? Slow motion. Бога, фрукты здесь такие же растут, кстати. Так. Оставим их. Не, возьмем. На всякий случайный. Ура, листья шевелятся. Всегда мечтал.
Богофрукт, распространенный фрукт на запределье. Да-да-да, мы знаем. Я не хочу даже ничего говорить. Я не хочу болтать. Я просто хочу поиграть чуть-чуть. Можно, да, подписчики? Не, все равно нужно хоть что-то комментировать, что это было. Офигеть. Слайм кунг-фу. Кунг-фу жили. Кролики, 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 кролики! Да! Извиняюсь. Прыг, скок, поскок и... Ой, он пропал. Не пропадет, все нормально. Вау, как же они сжимаются. Прям как слаймы из реальной жизни. Да, как же я долго вас ждал, кролики. Вы просто не представляете. У меня игра так сейчас лагает. И это прекрасно, друзья. За это обязательно нужно поставить лайк. Я прям вот ждал этих новых слаймов. Говорят, что их нужно кормить только морковкой. Ну, точнее, как говорят, я не знаю. На самом деле... Но я смотрел разборы трейлера. Короче, они у нас едят овощи. И вот в этой... Оу. Здрасте. А ты кто? Оранжевый кристалл. Прикольно. Вау, нет, как же тут все красиво. Так, кролики, петушки. Ну, пока что ничего необыкновенного. Кроме этой офигенной травы. Оу! Прозвучало странно. Блин, сейчас был такой звук, поняли, да? О, да. Фиолетовая капустка. То, что любят эти зайцы как раз таки. Я могу погладить! Я могу изучить, ну-ка. Давай, погладь слайма. Погладь. Единственный в мире стакан воды с суточной нормой клетчатки. Ое! И тут туман. Радужный остров. Ну-ка, дай угадаю. Да-да-да-да-да, там что-то будет явно. Ага. Интересно, а есть телепорт домой? Телепорта нет, ну. О, да, мы будем по островам шастать. Как хорошо. Это будет самый длинный летсплей в моей жизни. Так, а это что за камни? Просто камни какие-то, ладно. Меня прикалывает то, что можно и кнопками воспользоваться, и... Просто жать. Вот и наш первый ларго. Ну-ка. А это что такое? Как же прекрасно. У меня игра так провисает. Нет, на самом деле, при такой графике это... А ну-ка, ну-ка, вдруг... Вдруг я смогу сделать лучше, хуже. Да, вы сейчас не понимаете, о чем я говорю. Но просто графику может сделать поменьше. И тогда будет контента побольше. Во всяком случае, я надеюсь. Это оранжерея, да? Так, пугафруктики. Надо, 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 надо. Извини, слайм, я первый. Ладно, покормлю. На, кушай. Кушай, родненький, и убежал. Ладно. Так, это мы возвращаемся на ферму, да? Это у нас оранжерея. Да-да-да, это мы возвращаем. Круто, что мою оранжерею теперь видно издалека. Во всяком случае, для меня это так. Не потеряюсь уже. О, да, эти склоны. Да. Ставьте лайк за склоны еще. Нет, ну просто я так восхищаюсь этим. Если что, на момент выхода у меня забрали видюху.
как раз под выход этой игры. Понимаете, как сильно я ждал? Как сильно я мучился. Так, надо бы... Так, да-да-да-да-да, вспомнил основы. Основы вспомнил. Надо, короче, покормить слаймов. И тогда они дадут нам много плортов. Отлично, я их не стреляю, как из пулемета, а я их реально выбрасываю потихонечку, полигонечку. Да-да-да. У Ларго есть. О-о-о, ребятки. Нам будет тяжело в жизни с вами. Походу дела. Ну ладно. С этим мы справимся. Неприятность. Эту, блин. Вот бывало у вас такое, не можете вот вы найти кнопку на клавиатуре собственной же. Так, музычка немного уже начинает напрягать, конечно. Сейчас я что-то сделаю. Вот, теперь вроде не такая бесящая. Ну-ка. А, 8 это почти половина. Ну тогда могу представить, насколько у меня плохой рюкзак. Так. Ой, зачем я все пугофрукты-то выбросил? Ладно. Ладно. Чему быть, того не миновать. Водяной лоток. Вот давай, кусей. Отлично. О, сейчас поворастают мои ларго. Одну капусту все-таки надо оставить. Посадим ее. Да. Всегда обожал такие забавные моменты, когда слаймы просто-напросто улетают куда-нибудь в космос. Так. Так. А как мне получается собрать плорты, если они нестабильны? Давай, 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 прорывайся, прорывайся, зайчик. Зайчик, давай. Вперед, мой зайчик. Давай, 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 кушай, 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 кушай. Давай, бери, бери, бери. Да не хвостом. Чё ты делаешь? Он, кстати, прыгает выше остальных. Вы тут откуда? Стоит такая со мной башенка рядом. И слаймов. Ладно, тогда мы... Давай, кусь! Ладно, тогда мы слайма натянем на плорт, по-другому сделаем. Эк, да... Да, короче, невелика потеря. Они тогда были. О! Норм, норм. Так, надо найти еще еды. Отключаюсь. Опа, смотрите, что нашел. Записочки. И вот опять, рассылая дронов на разведку, все в те же места, как когда-то впервые. Едва подтвердится, что обстановка не изменилась, возьмусь за работу. Это место до сих пор помню свой восторг. От этих радужных полей ощущение, что вижу прекрасный сон. И наверняка в каком-то смысле так и было, ведь все закончилось слишком быстро. О, нет. Блин, жалко, я не могу использовать этого дрона. Я-то думал, соберу всех чижей, и они будут мне помогать хату убирать, кормить слаймом. Тихо-тихо. Сердцевёколка, наша родненькая. А, нет, розовый плорт. Еще одна курочка, и, в принципе, можно возвращаться домой. Фосфорная, как обычно. Так. А где я тут видел капусту? Я за капустой шел к дрону. Где я видел капусту? Угу. Фосфорная, как обычно. Не блещут своим интеллектом. Хлопковый плод. Взять бы. Да курица у меня.
Есть кот в мешке, а есть курицы в рюкзаке. Так. Это домой? Это домой. Это домой? Нет, это не домой. Вы видели? Во, он светится, когда нас в фосфорном слайме. Странные ребята. Во. Обычные курицы выглядят издалека как... О, да, это путь домой. Я тут был. Мед, пыло, пыл. Полсамтик. Чего? Откуда эти ноги? Ноги! У меня есть ноги! Ура! Спасибо, Господь, за ноги! Ноги. Муа! Муа, ноги! Отлично! У меня есть ноги! А зрители такие, чуть-чуть не понимают, что происходит. Так, вот, капуста растет здесь. Ее пока нет. Ладно, возвращаемся. Мяурыч, я-то уж думал, все с концами, заменили тебя какими-то зайчиками, и все. Мяурыч, наконец-то ты появился, вот я дай поглажу. О, ожигу-дрыгу, танцую на нем. Он пытается меня смахнуть. И у него получилось. Ого! Короче говоря, за кадром творилась жесть. Вы бы видели. В общем, я только ляпнул, что в этой игре невозможно потеряться, потому что мой дом виден. Но не отовсюду, знаете ли, он виден. Да, я потерялся на новой карте. Нашел там какие-то коллекторы города розового. И вот, наконец, с использованием уже карты, пошел домой. Дальше заметил золотого слайма. Решил выкинуть аквакапусту. Взял золотой плорт и прикупил, естественно, участок земли. И увеличил стены. А стены я увеличил, потому что мои... розовые зайцы, чижи, угадайте, по всей ферме искали жратву. Я уже не могу, я уже хочу стать слаймов фри. Вот знаете такую тему, типа child free, без детей. Вот я хочу без слаймов пройти игру. Это же невозможно просто. В самом начале я позабыл, как это все сложно. Да еще и плюс эти слаймы зайцы, они прыгают на 2 метра, блин. Зато я заметил новые земли и пещерки, куда мы обязательно сходим. Потому что там по трейлеру были опять-таки новые слаймики. И сейчас я жду, пока вырастет водяной латук. В какой момент? Моя жизнь свернула не туда. Пока я жду, я заметил механику всасывания и выбрасывания. Да, вот теперь это более проработано. Все крутится, вертится. Видите диск? И теперь я не выстреливаю. А нормально так просто пым ложу вещь. Блин, ну ты скоро там, а? Вася. Подожду еще чуть-чуть. О-о-о. Радости привалило. Блин, это цып-цыпчик. Я тут еще плорты собираю. Так только попробуйте подойти к моей капусте. Я ее жду невероятно много. Слишком даже. Блин. Трава. Здесь все сливается. И мне кажется, это... И
не знаю, проклятая версия. Первый слайм начер. Потому что тут реально очень легко заблудиться. И очень легко профейлиться. Как и в самой слайм ранчер. Но только еще легче. Да, это оказывается не анимация поглаживания. Воу, у меня появилась тень. Тень появилась, круто. Да. Чего и ожидать от человека, который похвалил ноги в игре. Ладно, ждем, пока вырастет наш капустка. Я, знаете, такой злой фермер, не пускающий к капусте зайцев. Фуф, ребята, вот это увлекательный геймплей, конечно. Ждем, пока вырастет. Водяной лоток. Теперь-то мы можем наконец его посадить, чтобы так больше никогда в жизни не мучиться. Да блин, паркурщик от бога запилил в стену. И... да. А ес. Наконец-то у нас растет лоток. Следующее мы посадим фрукт какой-нибудь, так. А теперь покормим наших чижей. Да, я их теперь буду называть так, потому что они замутили бунт на корабле. Видали, сколько их осталось? Я всех повыкидывал к черту в море. Так, еще нужен плартосборник. Потому что, ну блин. Вольер, я к ним не полезу. Они меня задавят. Так. Ларта, сборник. 500. Да, все стоит так же, как и в обычном слайм ранчер. Окей. Ну что, значит, ложимся спать. И... а, нет, какой спать? У меня ж плортов. Полный рюкзак. В общем, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вот такой вот у нас... длинненькое начало длинненькой игры. Такой же, как и Slime Rancher. Буквально потому, что это сиквел. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Ну-ка. Плартосборничек. О, да. Теперь наконец-то я смогу брать у них плорты. А то они мне, блин, заразы не дают. Все плорты съедают. Так, куда это я пошел?